Самолет МЧС доставил в Москву 11 детей из Донбасса на лечение. Самому маленькому пациенту 5 месяцев, старшему 12 лет. У детей разные заболевания, но всем необходима высокотехнологичная медицинская помощь, которую в полном объеме в Донецкой и Луганской областях им оказать не могут. В столице пациентов разместили в Морозовской больнице, детской клинической больнице Святого Владимира, научно-практическом центре помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы, клинической больнице Башляева и научно-практическом центре детской психоневрологии. Была проведена медицинская эвакуация 11 детей с Донецка, Луганска. Мы их забирали из Ростова, и они были доставлены в Москву для лечения в специализированных клиниках, в детских больницах города Москвы. Полет прошел в штатном режиме, состояние пациентов за время полета не ухудшилось. Отмечу, что для транспортировки детей были созданы все условия. Борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Весь полет за состоянием маленьких пациентов следили медперсонал и психологи.